Да, чуть расскажи, а то версии всегда разные, то ее пилили, то не пилили. Нет, не пилили. Не пилили, да? Вот я слышал, что пилили. Ну, грабили. Грабили. Я участвовал. Да. По цвету или по железу? В распиле? Корабль Ибрагим Яким, сирийское судно, ходившее под флагами Камбоджи. О, да ладно. Да, так есть аналогия. Камбучия. В 2010 году судно вышло с Николаева. О, блядь! Прямо все города известные. До Николаева. Загрузившись металлом, судно двинулось в Турцию. По пути следования судно попало в Тбилиси. Дом. Короче, наши барыги в Николаеве. Еще метра локомотива, нет? Нет, прокатный металл упал. Судно река море, техническое морское. Высота борта, по-моему, маленькая. Капитан зашел в караджинскую пустыню. Маяка, думаю, что прикольный. Я уже.